Сегодня разберем очень рельефный узор, который максимально поглощает своим объемом. Давайте переходить к мастер-классу. Все внимание на экран. Раппорт состоит из 10 петель и 20 рядов по высоте, которые в свою очередь делятся на две секции. Первая секция, первый ряд раппорта. Кромочная петля, изнаночная. Далее завожу спицы за первую петлю по ходу вязания, вытягиваю нить, делаю накид, провязываю 3 петли вместе, лицевой за задние стенки. Затем изнаночная петля и 5 лицевых петель. 2, 3, 4, 5. Это раппорт первого ряда. Второй ряд раппорта. 6 лицевых петель. 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные. И 1 лицевая петля. Чередуем первый и второй ряды 4 раза, включительно до 8 ряда. 9 ряд. Все петли будут лицевые. 10 ряд. Все петли будут изнаночные. В 11 ряду переходим ко второй секции. 10 ряд. Изнаночные петли. В 11 ряду, то есть на границе со второй секцией, мы всего лишь навсего производим смещение раппорта. Теперь так, кромочная петля, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, 1 изнаночная. Затем завожу спицу за первую петлю по ходу вязания, вытягиваю нить, 3 петли провязываю вместе, лицевой за задние стенки и завершаю раппорт 1 изнаночной петлей. 12 ряд, лицевая. 3 изнаночные и 6 лицевых петель. 11-12 ряды также чередуем 4 раза до 18 ряда включительно. 19 ряд, как вы уже догадались, будет полностью провязан лицевыми петлями. И 20 ряд заключительный полностью провязывается изнаночными. Друзья, на этом мастер-класс завершен. Оцените, пожалуйста, ролик лайком и оставьте позитивный комментарий. Я всем желаю отличного настроения. Скоро увидимся.